Автоматика на службе у нефтепроводчиков. На линейной производственно-диспетчерской станции Демьянска идет глобальная реконструкция. Обновляют здания, меняют насосы и монтируют умные системы управления. И все это, не останавливая перекачку. Александр Кришаков увидел технологии. Современная автоматика требует точной настройки. Оборудование смонтировано, сейчас инженеры проверяют его работу. Уже завтра эти узлы будут контролировать состояние магистральных насосных агрегатов и другого оборудования нефтеперекачивающей станции «Демьянская-4». В связи с тем, что у нас оборудование устанавливается новое, ну, допустим, такие как замена магистральных агрегатов, да, у нас повышаются требования, повышается количество защит, которые мы должны контролировать. Эти серверы будут собирать данные со всех систем и передавать на мониторе диспетчера. В рамках реконструкции на нефтеперекачивающей станции модернизирован блок измерения количества и качества нефти. Поставили, соответственно, сумматор, контроллер, который должен отвечать за расчеты. Он и рассчитывает. Соответственно, и плюс мы туда завели, в этот контроллер, качество нефти. Вода, плотность, вязкость. Температура, давление. Насосная станция – сердце любого нефтепровода. На Демьянской 3 недавно завершилась реконструкция. Установили новые магистральные насосные агрегаты и электродвигатели. Обновили систему откачки утечек и подачи масла. Параллельно отремонтировали здание. Теперь оно отвечает самым последним требованиям промышленной безопасности и энергоэффективности. Были установлены новые насосы челябинского производства. Вот. Это насосы наши российские, вот они очень успешно прошли опробование, и сейчас мы их применяем. Эти насосы и двигатели, соответственно, более надежные. Подобная реконструкция насосного оборудования сейчас идет на соседней нефтеперекачивающей станции «Демьянская-4». Техническое перевооружение станции нефтепроводчики ведут без остановки процесса транспортировки сырья. Александр Гришаков, Алексей Безделов, Тюменская служба новостей.